После победы в Краеве белорусские гандболисты, казалось бы, могли позволить себе расслабиться, но главком национальной команды Юрий Шевцов в планах непременно заявлял победу. Да и как можно разочаровывать родную публику, столь активно пришедшую поддержать хозяев? Старт матча оправдал ожидания болельщиков. Даже в отсутствие Артема Королька, который за матчем наблюдал с трибуны, и при щадящем режиме игры для Бориса Пуховского, команда брала свое. Бремя лидеров подхватили Артур Корвацкий и Андрей Юринок. А надежная игра в воротах Вячеслава Солдатенко, поймавшего в первом тайме кураж, добавляла уверенности. Конечно, есть уверенность, когда вратарь стоит. Огромное спасибо нашим вратарям, да и вообще всей команде, все молодцы. То есть выделять кого-то не вижу смысла, а эта команда все красавцы. После антракта госпожа Фортуна, показалось, вернула сербам должок. Атаки белорусов упорно не хотели завершаться голом. Сопернику к финальной сирене удалось подобраться в счете и даже вырвать ничью. Но итоговые 27-27 все равно оставили белорусов на первой строчке в группе. Таким образом, не слишком уверенно начав квалификацию, сборная Беларуси все-таки пробилась на хорватский Еврофорум 2018. Это шестой подряд топ-турнир для парней Юрия Шевцова. С 2013 года белорусы не покидают мировую элиту. Считаю, задача была сделана, но все выходили на победу. Нужно все-таки держать класс. Если ты задрал какую-то планку, нужно ее держать, а не опускать.